Ребятульки, всем доброго времени суток. Что творится? Что творится здесь? Ребятульки, я буду вам показывать. Ну тут уже все наглядно. Барахольщик, как будто я не знаю, но что ж такое все? Повываливал, повыбрасывал, пораскидывал. Ай. Тарелки, кружки. Ай, вот это чайничек. Значит, скажу так. Новинки, которые нам принесли сегодня в магазин, я вам покажу в пакетах, вот что будет примерно. Всякие тут железячки. Я особо в этом всем не соображаю. Правда. Тут чугунная что-то, сковородка какая-то. Или кастрюлька. Я не знаю, но что-то большое. Что-то такое большое и интересное, возможно, для вас. Такая вот будет сахарница на скорейшем обзоре. Тарелки тут какие, видимо, невидимо, всякие разные. Вот они как новые, наверное. Да, хороший термос будет вот такой вот. Все будет вашим. Только главное нужно подождать, потому что я не знаю, когда будут эти товары все на полках. Молочничек какой красивый, весь интересный. Кружечка эмаль будет, такой бочонок, вот такое что, но где крышки, где все здесь? Вот крышка, наверное, с чайничка. Такая небольшой скол, но мы что-то придумаем. Может быть, крышка отсюда туда, может сюда туда оттуда. Ну, может, как-то будет. Вот еще один молочник какой красивый. Вот что бы я бы вам хотел показать. Ну тут все посуда. Обратите ваше внимание. Вот такая вот кружечка интересная будет. Кому может быть такая нужна, она будет скоро у нас на обзоре. Дальше вот такие будут штучки. Интересно. Дальше рыться мне, наверное, нельзя, потому что потом, не дай бог, я ее разобью, и будет очень печально. А я вот, смотрите, вот присел вот тут на стульчик. Тот стул, который мы поставили для подписчиков, чтобы они одевали бахилы, чтобы им было легче. Вот, комфортнее. И я тут присел, сейчас так примощусь. Значит, какие-то книжки, какие-то брошюрные книжки. Вот это интересно. Ну, наверное, не интересно. Большая какая-то английская и маленькая русская. Немецко-русский словарь. Какой он? Сокращение там. Все это. А книжка достаточно такая действительно старенькая. Раритетная, но состояние книжки немножко пошарпанное. Так, 47-й год. Москва. Ну, такая книжечка. Вот всякие книжки еще будут. Библия будет. Вы хотели Библию почитать? Почитайте. Библию читать не обязательно. Главное все знать отроду, как поступать. Дальше. Горшочки для запекания будут. Вот, они даже абсолютно новые вам, видите, обойдутся за недорого. Я где-то примерно были у нас, они по 60 рублей барахольщик их ставил. И я не думаю, что он поднимет цену и начнет на этом спекулировать. Вот здесь, например, много всякого интересного добра. Так, надыбал. Это интересный подсвечник. Вот тут там такое будет. Тут будет вот такое. Глядите, сколько всего будет. И оно новое. Дальше такие вот под кобальт тарелки.
и тоже так смотрю на них, как будто новые. А вот это интересная вещь, скоро пригодится каждому из вас, кто любит закрывать закрывашечки, будете стерилизовать банки. Я все вам покажу, если вы только попросите. Здесь штучка такая будет, там много всяких инструментов, топор. Глядите, какой будет. Это просто настоящая насадка на топорик домашний. Тоже будет в наличии, скоро будем торговать ним. Тут все такое вот интересное. И тут что я вижу? Вот такая вот будет вазочка, небольшая, 15 в диаметре, скорее всего. Настоящая Индия. Прям вот все того времени. Made in India, цена там так, короче. Вот такая будет. Будут стопочки, будут вот такие гламурненькие вазочки. Обратите внимание, они радужные. Мне нравятся. Ребят, если бы вы только знали, вы бы... А что, если вы только знали? Ну, если бы знали, что там ниже, что я, мне пришлось это упаковывать. Принесли много. Барахольщик мне сказал, пакуй. И я паковать начал. Ну, там много. Я знаю, что там много всякого интереса еще будет. Оставим как интрижечку. Вам же ж надо тоже быть немножко в интересе. Там будет еще супник большой. Много всего такого, как я посмотрю для первого раза. Вот. Подписывайтесь на канал. И обязательно поставьте лайк. До новых встреч!